В нашем детском саду есть военный музей памяти. Памяти о Великой Отечественной войне. В нем представлены экспонаты, связанные с героической обороной и блокадой Ленинграда и победой нашего народа в Великой Отечественной войне. Среди экспонатов можно увидеть вооружение и гильзы от боеприпасов, найденные на местах боев. Долгие годы эти вещи хранила наша земля. Представлены личные вещи защитников города и письма бойцов с фронта. После посещения музея дети с родителями вспомнили подвиг своих родственников, защитников нашей Родины. Рассказы детей и их родителей послужили основой для создания в детском саду книги памяти. Наш музей также посещают школьники и родители.